ее никто не исполнил, кроме Остриха и моего учителя консерватории. И вот теперь я третий практически. Вот. Это произведение мальчика Владигерова, очень знаменитый в Болгарии композитор болгарский. И очень недооцененный, потому что вот такой у него рубеж, его музыка, это рубеж романтизма и уже современной музыки. Это произведение называется «Танец Хоро». Это болгарский народный танец. Он начинается очень мелодично и медленно, а потом он набирает все больше обороты. Начинается такая бешеная пляска. В общем, очень крутое произведение, которое я очень рад с вами сегодня с вами поделиться. Это посвящено 115-летию Великого Острова.